О, Джонни, гитара. Я любила твою гитару. Я любила твою гитару, ты так классно ей бренчал. Джонни, гитара. Джонни, гитара. Я Эдуард Суровый сегодня в сегодняшнем стриме. Это трибьют-концерт. Трибьют-концерт. Славный город Аквафрия прикатил один прекрасный день рейнджер. У него сложно была большая пушка на бедре. Не-не-не, с большим утюгом на бедре. Он был очень тяжелый. Он кидался им в Texas Red. У Texas Red тоже был утюг, но он был гораздо тяжелее. Он не смог его кинуть. Поэтому Texas Red умер от такой травмы головы. Окей, о, блядь. Тяжелый, тяжелый утюг. Не-не-не-не-не. Тут по-другому, блядь. Сука, блядь. Мне нужен текст этой хуйни. Я сломался, ребят. Подождите. Сейчас починюсь. О, кажись. Да-да-да, это оно, блядь. Сейчас балладу спою, блядь. Ратли говорил с людьми, вокруг него не было слишком много, чтоб сказать. Не поспел спросить его дело, и никто не смог поскользнуться при нем. Незнакомцев и них был большой утюг на бедре. Большой утюг на бедре. Это было рано утром, когда он заехал в городок. Подъехал с юго-востока, медленно все осмотрел. Бандит каких и свет не видывал, все, блядь, говорили. Ну, ты пришел, зашел в делишки детской, ну, с большим утюгом на бедре. С большим утюгом на бедре. В городе жил разбойник по имени Техасский Красный. Многие мужчины пытались взять его, и что многие люди были мертвы. Он был порочным и убийца, хотя моложе 24 лет. Выпустил на свой пистолет 1.19 более. 1.19 более. Теперь незнакомец заговорил, дал понять, чтобы люди вокруг. Был рейнджер Аризона, не должен быть слишком длинным в городе. Он пришел сюда, чтобы объявить незаконно назад живым или мертвым, может быть. Сказал, что это не имеет значения, он был после Техасский Красный. После Техасский Красный. Слушай, немного времени, прежде чем история была предана в Техас Красного. Но преступник не беспокоится о мужчин, которые пытались перед были мертвы. 20 мужчин пытались взять его, 20 человек сделал скольжение. 21 будет рейнджер с большим утюгом на бедре. Большой утюг на бедре. Утро прошло так быстро, что пришло время для их удовлетворения. До 11.20, когда они вышли на улицу, люди смотрели из окон, каждого тела затаили дыхание. Не знали, что это красивый рейнджер собирался встретиться со своей смертью. Встретясь со смертью и... Было 40 футов между ними, когда они становились, чтобы сделать свою игру. И быстротой рейнджер еще раз сегодня говорили. Техасский красный не отличается кожей, потому буля была на извлечение. Сейдж рейнджер был смертельно с большой утюг на бедре. Большой утюг на бедре. Это было более в момент, и люди собрались вокруг. Там перед ними лежало тело преступника на земле. Он бы продолжал жить, но он сделал одно фатальное подскольжение. Да он попытался матч рейнджер с большим утюгом на бедре. Большой утюг на бедре.
большой утюг, большой утюг. Когда он пытался матч, рейнджер с большим утюгом на бедре, большой утюг на бедре. На запись, нахуй. Ты записал это, блять? Да.